Добро пожаловать на неэпический рэп-баттл Sony PlayStation против Xbox. Вау. По сравнению с тобой, ты Android, ты iPhone. Потираться каждый год можно бумагой от Microsoft. В характеристиках ты выдаешь 4К. Но жаль, что можно играть только в Minecraft. Я выбросил PlayStation в мусорное ведро. Конечно, даже это слишком для него универсален. Дружелюбие незаменимо, это полезнее. Я про ведро плойка так-то. Пластик бесполезен. Их сравнивать нельзя, как Porsche и Mustang. Где первый это дверь, другой галоши и стряпня. Их сравнивать нельзя, как Манше и Мустафа. Где у обоих буква М, но разная судьба. На эксклюзивы ты уж больно скромно беден. А играть по подписке free-to-play, что за мерзость, сколько бы не старались до хитов во мне дойти. Все, что ты можешь предложить, это бэкапорты. Для Xbox качество как сама цель. Люди старались добивать лучших цен. Нет, я и плойка попользоваться успел, но после первого вылета как сучка ревел. Ну серьезно, давай посмотрим на плюсы. Убогий дизайн, плюс завышение цен. Как там говорил великий Сунь Цзы, лучше Xbox, а только старая версия Xbox. После презентации успех готовые отметить, но подсунули Яндекс-станцию, думали мы не заметим. Поднимаются продажи, Xbox заявила, но поднимется спрос только лишь на курилке. Вообще хватит, что вам доказывают, а они братья. Зутара ставит все по местам, я спорить не буду, все и так понятно. Уже скажи, что у тебя стоит перед экраном. Плойка отлично подойдет для пиратов, в этом она действительно лучше. У вас половина под черным флагом, тогда про какие речь лучшие игры? Нахуя консоли вам нужны, пользы никакой. Игры деградация, новое познаешь со мной. Эксклюзивы потеряли смысл, ваш Детройт показал. Главное не железо, ваш Xbox доказал. Мышка удобна гейпадом у бога, всем это знакомо. Выбросьте скоро, осталось недолго, поймут, что все плохо. Хей, чувак, на мне ты сэкономишь, отвечаю. За такие деньги лучше я все скачаю.